Началось асфальтирование дороги Победы, фундамент которой был заложен 16 ноября 2020 года. Трасса начинается от автомагистрали Гаджигабул-Минджеван-Зангизур. Ее конечным пунктом является Шуша. Дорога протяженностью 101 километр строится по второй технической категории, имеет две полосы движения. В настоящее время вдоль дороги ведутся широкомасштабные строительные работы. Она была расширена всего за 2 месяца. Для удобного передвижения спецтехники завершены работы по очистке от мин и не разорвавшихся боеприпасов. Для расширения некоторых участков дороги, проходящих по каменистой местности со сложным рельефом, строится новое дорожное полотно. Дорожный проект является неотъемлемой частью единой транспортной концепции Карабаха. Для перекачки воды в соответствии с проектом по новой дороге ведется строительство круглых труб и прямоугольных водных переходов, а также 3 новых автомобильных мостов. Мосты длиной 33, 99 и 75 метров спроектированы на определенных участках дороги. Таким образом, будет обеспечено удобное пользование автомагистрали.